погода постепенно проясняется. Хоть и в регионе продолжают лить дожди, они будут гораздо слабее и реже. 12 сентября в Иркутске малооблачно. В середине дня иркутян ждет небольшой дождь, который закончится уже вечером. Утром прохладно до плюс 6, а в дневное время температура поднимется до 14 градусов тепла. Прояснений ждут и в Ангарске. После пасмурной среды в четверг в городе малооблачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 6, а днем в Ангарске до 14 градусов выше нуля. Чуть более солнечная погода порадует жителей Шелихова. Хотя синоптики и обещают небольшой дождь, в городе будет малооблачно. Во второй половине дня небо должно проясниться. Температура воздуха в Шелихове утром плюс 6, а днем в городе обещают плюс 14. Жителям Усть-Кута стоит быть готовым к осадкам. Дождь обещают слабый, однако он будет лить почти весь день. В городе переменная облачность, к вечеру погода должна проясниться. Утром в Усть-Куте плюс 8, днем температура воздуха до 12 градусов выше нуля. Еще более осенняя погода ждет жителей Усть-Илимска. Там обещают облачно и продолжительный дождь. Жителям стоит быть готовым к прохладной температуре. Утром в Усть-Илимске плюс 7, а днем не выше 11 градусов тепла. В четверг прохладно и в Братске. Там синоптики обещают переменную облачность. Большую часть дня в городе ожидают небольшой дождь. Утром в Братске плюс 7, днем до 11 градусов выше нуля. А вот в Тайшете синоптики прогнозируют самую прохладную температуру. В городе пасмурно, умеренный дождь в течение почти всего дня. Утром в Тайшете до 7 градусов тепла, а днем температура поднимется до плюс 10. Осадки продолжат выпадать и в Саянске. В течение всего дня синоптики обещают дождь, который усилится к вечеру. В городе облачно. Температура утром плюс 7, а днем до 11 градусов выше нуля. Жители Черемхово также ждут продолжительные дожди, однако небольшие. Также в городе обещают переменную облачность. Температура воздуха в Черемхово утром плюс 7, а днем до плюс 12. Прояснений ожидает и в Усолье-Сибирском. Там малооблачно. Утром и вечером небольшой дождь. Однако в середине дня жители города порадует ясное солнце. Утром в Усолье плюс 7, а днем температура воздуха поднимется до плюс 14. Ясное солнце порадует и жителей Байкальска, но только утром. В остальное время синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Небольшие осадки будут выпадать большую часть дня, ну а к вечеру возможны грозы. Утром в Байкальске плюс 9, днем до 15 градусов тепла. Короткие дожди ожидают в Тулуне, ведь выпадение осадков прогнозируют только в начале дня. В четверг в городе переменная облачность. А температура утром до плюс 7, днем до 12 градусов выше нуля. А вот в Нижнеудинске синоптики ждут самую сухую погоду, ведь небольшой дождь обещают только в середине дня. В остальное время в городе облачно, температура воздуха утром плюс 9, а днем в Нижнеудинске до 12 градусов выше нуля. На Ольхоне дожди прекратились. Весь день на острове переменная облачность без осадков. Порадует и температура. Утром на Ольхоне плюс 12, ну а днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла. Следите за погодой и одевайтесь потеплее.